так, но давайте не будем пока контракт трогать. Обучение. 40 тысяч, 15 РП. Давайте попробуем еще один контракт, но уже попроще. 8-7, вот это вроде мы успели. А 3 недели, видите, в этот раз? Давайте попробуем вот этот взять. Штраф 6 тысяч. У нас, в принципе, деньги есть, а очки опыта нам нужны. Закончили. 174 тысячи мы получили. Так, вот он когда чешет голову, он ничего не делает. Меня это раздражает в этой игре. Давай, давай, давай. Он почесал голову, в итоге просрал кучу времени. Просто половину времени контракта, наверное. Давай, давай, давай. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Парень, 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 парень. Успел, успел. Берем 15 тысяч на ваш счет. Хорошо. Найти работу по контракту. Ну, давайте это попробуем за 3 недели. Давай, давай, парень. Давай, оп, 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 оп. Оп, очки исследования. Оп, 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 оп. Успеваю, успеваю, давай. А ну тут уже успеет, наверное. Да, тут уже если... Нет, он решил голову почесать. Зачем? Блин, так он решил почесать голову. Видели? Под самый конец. О, боже мой. Решил почесать затылок посреди этого. Так, игровой отчет можем вывести? Игровая история, исследования. Ну, давайте создадим тогда новую игру. Пока что без своего движка. Выбрать тематику. Возьмем тематику в этот раз супергероя. Выбрать жанр приключения. Хотя, не знаю, может быть, экшен? Экшен супергероя. Мне кажется, приключение какого-нибудь супергероя. Приключения. Не знаю, Бобби. Выбрать жанр приключения, ё-моё. Ну, давайте текстовую основу, может, возьмем. Давайте 2D-графику все равно возьмем. Так, история квестов, приключениях очень важны. Движок не важен, но геймплей тоже нужен. Но где-то вот так вот надо апать, чтобы было нормально. Но выше половины. А вот очки исследования для нашего будущего движка помогут нам. Но как-то технологии и дизайн очень прямо плохо все. Диалоги нужны, дизайн уровня чуть-чуть поменьше, чем диалоги. Приключения, хотя, наверное, для РПГ больше диалоги нужны. Наверное, зря я тут зафейл, но диалоги здесь тоже так-то важны. О, у нас получится самая худшая игра, наверное, в мире. Звуки не важны, графика вот сюда примерно. На середину. Может, под конец вытяни? Давай, 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 давай. Ну, чуть-чуть, немножечко, ну... Блин, мне кажется, за нее даже 2 балла не дадут. За эту дерьмовую игру, которую мы создали. Приключения Бобби. Первая наша неудаческая игра. Игра неудачника просто. Приключения Бобби неудачника можно было называть. Ну давайте завершим. Да, ужас. Но зато мы обновили новый уровень. Ой, сколько мы обновили новых уровней. Монозвук доступно, новое исследование. Вот. Есть свои плюсы исследования. Давайте исследуем обучение, потом монозвук, а потом сделаем свой новый движок. Даже не говорите о новых отзывах, это ужас. Это 1, 4, 2, 3, 3, 4. 3, 3, пустая трата времени. 5, 5, 5, давай, 5, 4, ни рыба, ни мясо. Внимание на дизайн под... Вот, не знаю, All Games в этот раз понравилось, более-менее. Ну, по сравнению с остальными, да, они даже не поставили мне двойку. Обычно All Games меня вообще, когда я делаю какое-нибудь дерьмо постное, они меня просто в говно говорят, что я вообще плохой чувак, хер с горы, и вообще мне лучше не делать игры, потому что я... Давай генерацию игрового отчета сделаем, как раз у нас появится, думаю, 2 очка за это время, и мы прокачаем монозвук, и после этого уже, естественно, мы... С вами вкачнем новый супергерой. Приключения странно создают комбинацию. А, ну это был, видимо, все-таки экшен. Звук кажется не очень важен для этого типа игр. Вот видите, постепенно мы узнаем всякие такие фишечки, даже когда ошибаемся. История. Так, давайте лучше исследование. И прокачаем монозвук. Сейчас у нас будет первый движок. Данное выпущение инвента, консоль, неожиданно большой успех. Вот мнение одного пользователя. Я обожаю игры, пришедшие с TES. А играть с контроллера намного веселее, чем с клавиатурой. Ну, не знаю, ребят, в реальной жизни я больше люблю играть с клавиатурой, чем с контроллером. Извините меня, но я больше люблю писюны, чем, ну... Блин, опять я это сказал, как на стриме прямо. Ну, то есть, писюн, ПК, ну, вы поняли, PC. Создать свой движок. Так, давайте, 2D-графика, линейный сюжет, сохранение, обучение, монозвук. 150 тысяч, это будет почти все. Давайте назовем его...
2D Движ One. 2D Движ One. Создать движок. Мы потратим на него все наши деньги, но зато это будет такой божественный движок, что если мы на нем что-нибудь сделаем, то люди просто прыгнут за нашей игрой и скажут: боже мой, да это игра в тысячелетие просто. Да, на таком движке игра будет реально для такого года очень крутая. Поверьте мне, ребята, это я уже проверял. Свои движки поначалу очень много денег могут принести, я мог бы его сделать раньше и получить больше денег. Но видите, кстати, еще та игра могла плохо получиться, потому что движка не было на самом деле. А теперь бах и появился, возможно, будет что-то крутое. 2D движ готов. Создать новую игру. Исследований пока нет, кроме новой тематики. Я чувствую, что новой тематики есть. Может, что-нибудь исследуем сначала? Жизнь, ниндзя, дикий запад. Давайте ниндзя. Кстати, нет, пока ничего не будем исследовать, давайте создадим новую игру лучше. Выбрать тематику. Фэнтези возьмем, выбрать жанр. Фэнтези РПГ, это, думаю, круто. Так, писюн. Выбрать движок, 2D движ. Писюн, это как бы на РПГ с писюном вроде нормально сочетаются, да? Даже два плюса. Все равно, следующий. 2D графика V2, это вообще класс. Теперь у нас новая графика. Ну, денег мы сейчас, наверное, нафига потратим, но все равно лучше потратить дофига бла и сделать крутую игру. Но зато так. Движок убираем. Обучение, линейные квесты, сохранение тоже добавим, геймплей чуть поменьше сделаем, история квесты побольше. Давай, разрабатывай. Понеслась моча по труму, как говорится. Недавние исследования предполагают, что увеличивающее разнообразие игровых устройств также создаст рынок для более специализированных игр. Одни платформы больше нравятся младшим геймерам, другие привлекают более возрастные группы. Поскольку все больше разработчиков выходит на рынок, мы ожидаем, что разработчики сосредоточат свои игры на определенных возрастных группах, чтобы действительно оказать влияние. Вот это здорово. Доступно новое обучение, целевая аудитория. Мы обязательно ее прокачаем. Целевая аудитория — это очень классно. Смотрите, мы с первого раза дизайн до десятки ап, для технологии до пятерки. Вот это новый движок, сразу же видно, круто. Крутая штука. Дизайн уровня чуть меньше. Вот, понеслась моча по трубам, как говорится. Дизайн просто почти с двадцатку. Ну, тут, наверное, монозвук только сделаем. И графику чуть поднимем. Ну, не так, конечно, вот так вот как-то. Вот. Все отлично. В этот раз игра получится реально лучше, чем остальные. Дизайна, смотрите, сколько просто. Дизайна в два раза больше. У вас цельный баланс. У нас нет цельный баланс, ребята. Ваш банк увеличил кредитный лимит до 50 тысяч. Но будьте осторожны, если у вас баланс пойдет до 50, минус 50 тысяч, вы обанкротитесь. Ходят слухи, что последний оглушительный успех консоли TES, другая японская компания, Вина, тоже планирует выпустить собственные домашние игровые консоли. Нужно быстрее заканчивать игру. Баги, фикси, баги, 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 технологии добавлять. Я подожду, все равно, да, бабки нужны, но я подожду. Эта игра будет просто супер, если еще добавить немного дизайна и технологий. Давай, давай, добавляй, давай. Ой, дизайн, давай, давай, до 25 дизайн, технологии, ну же. Ну уже, добавляй, чем еще, технологии, давай. Еще, 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 добавляй, чувак, чувак, ну же, давай, добавляй. Все, завершаем. Минус 20 тысяч, но эта игра нам принесет тысяч... 1500, наверное. Новый уровень, диалоги, история, квесты, звуки, выпустить игру. Почему игра... А, я забыл играть, назвать игру. Почему она игра номер 5? Надо было как-нибудь назвать ее. Черт, я дурак, ребята, реально. Я так увлекся игрой, что забыл назвать не игру. Ну, такое бывает иногда у меня. Девяточка, хорошо. Но игра нам 1200 должна принести, просто обязанность. 7, 8, 7, ну как, All Games постоянно занижают балл. Генерация игрового отчета. Узнать, что не так в игре 5. Подтвердила недавние слухи о новой игре консоли, анонсировала Master 5. Компания утверждает, что Master Technology происходит успешно консоль TES от Nintendo и планирует выпустить ее в ближайшие месяцы. Просто видите, как продажи пошли. Оп, десяточка сейчас будет продаж. Сразу же бах, 70 тысяч на хату. Все, отлично. Вторые продажи будут, конечно. Игра 5, и мы... движок, кажется, не важен для этого типа игр. Да ладно. Так, исследование, целевая аудитория, прокачать. Сейчас мы прокачаем целевую аудиторию, мы сделаем какую-нибудь фэнтезийную игру, либо военную, посмотрим.
Согласно нашему исследованию рынка, недавно вышедшая игра на Epic является неожиданным хитом среди игроков. Разработчики iGames являются новичком игровой индустрии, но мы не можем ожидать того, что они будут разрабатывать дальше. Сейчас должны подскочить продажи благодаря этому посту. Да, подскочили, видите, почти догнали предыдущий. Все, теперь у нас есть целевая аудитория, это очень хорошо. Создаем новую игру, выбираем тематику, выберем... Хотя нет, давайте новый прокачаем жанр, исследование, новая тематика. Дикий Запад. Начать исследование. Бабки с игры идут, это хорошо. 150 тысяч нам сейчас надолго хватит, ранг продаж уже 35. Но это не проблема. Игра номер 5, к сожалению, вот я зафейлился, что назвал ее по-другому. Это вот плохо. Создать. Выбрать тематику. Дикий Запад. Видите, от 17 лет выбор жанр. Дикий Запад. Это RPG, экшен, приключения, симуляторы. Давайте подумаем. Давайте приключения сделаем. Выбрать платформу. Выбрать движок. 2D движван. И назовем ее... Дикий Запад. Со смайликом. 2D графика, отлично. Поехали, ребята, поехали. Кто-то мне... Так, движок в минус. Геймплей. Поменьше, история квеста. Ну, хотя геймплей тоже можно. Так, начал он у нас разрабатывать. В принципе, как-то... Он почесал бошку просто. Да, 240 тысяч, а где-то примерно 250 принесет она нам. Ой, в этот раз все намного хуже, кажется, идет, да. Сейчас у нас уже закончится. 7,4, плохо. Диалоги в минус, дизайн уровня побольше. Диалогов должно быть вот так вот примерно. Искусственный интеллект, естественно, при приключениях не нужен. Диалоги вот даже вот так вот как-нибудь. Дизайн уровня прямо должен быть на высоте. Плохо все получается пока что. Привет, я CV-репортер. До нас зашли слухи, что компания разрабатывает игру для взрослой аудитории. Вы хотели дать немного интервью, поэтому дать интервью. Отлично, спасибо за уделенное время. Даже ничего не спросил. Мы публикуем интервью на следующей неделе. Хорошо. Почему бы не дать интервью? Парень вроде нормальный. Planet GG недавно опубликовала... Planet GG... Недавно опубликовала интервью с EA Games. Согласно интервью, компания работает над своей первой игрой, предназначенной для взрослой аудитории. Бобби Котик... Бобби Котик... это, конечно, название. Владелец и генеральный директор EA Games сказал: «Мы думаем, что игроки хотят более взрослого содержания в играх. Мы готовы рискнуть и предложить им это». Многие эксперты игровой индустрии говорят, что рано или поздно игры для взрослой аудитории станут более распространенными. Нам любопытно увидеть, как рынок будет реагировать на эти игры. Ажиотаж. Но плохо дизайн и технологии, думаю, нам дадут максимум 5. Но благодаря ажиотажу, возможно, продажи все равно будут на высшем уровне. Давайте ждем. Ажиотаж пока не падает, возможно, дизайн и технологии он нам закинет. Давай, дизайн и технологии, парочку штук еще хотя бы. Ажиотаж пока не падает, можно держать. Когда только начнет падать, сразу же завершаем. Все, он уже ничего не добавляет, можно завершать, чтобы ажиотаж даже не падал. Ну, конечно, результаты не впечатляют меня. Очень сильно не впечатляют. Генерация нового игрового отчета. Пусть узнает, в чем проблема. Появилась первая отзыва и Геридики Запад. Неужели все так плохо? Хотя 6, 5, ну, говорю, 5 примерно будет. 5, 4 где-то так. 5, 6. Можно было лучше. Неплохо. Хотя бы мы денег с него срываем. Нам просто нужны бабки сейчас, на самом деле. Вот, смотри, Game Hero понравилось. Говорит, прекрасно. А этому 4. Ок. Ну, в среднем так ни рыба, ни мясо, но средний балл все равно получится где-то 5,5, наверное. Ну так, 1200 мы с него срываем. То есть движок главное окупить сейчас и все остальное. 40 тысяч, ну нет, 1200 даже мы с ним не срубим. Дикий Запад, приключения плохо создают комбинацию. Ага, нужно было Дикий Запад, а не приключения делать, а какой-нибудь, не знаю, RPG, наверное. Диалоги, кажется, очень важны для этого типа игр. Диалоги важны? Ну-ка, давайте еще раз рискнем, выбрать тематику. Может, фэнтези RPG? Фэнтези RPG, не знаю. Хотя мы фэнтези RPG уже вроде делали, и все мы делали на ПК, хотя вот если бы сделали мы на тест, то было бы здорово. Но я все делаю на ПК, потому что ПК моя любимая хрень.
35 тысяч потребуется на создание. Так, фэнтези у нас 17+, давайте сделаем 18 лет. И назовем ее... Мир фантазии.